Роберт Альберти – выдающийся биохимик и биофизик современности. Например, его учебник по физической химии считается самым лучшим за всю историю. Всем известный метод электрофореза, метод ядерного магнитного резонанса, а также метод спектрофотометрии самым непосредственным образом связывают с именем этого американского ученого. Помимо перечисленного, Альберти показал себя и выдающимся администратором от науки, будучи деканом Массачусетского технологического университета. Он прожил долгую прекрасную жизнь и, кроме своих научных достижений, оставил нам такие слова. «Многие люди, исследуя Вселенную, находят больше и больше красоты и чувствуют, что здесь должен быть Бог. Эта точка зрения науки открывает нам живого Бога, как и то, что Он проявляет себя в личной жизни тех людей, кто Ему верит. Красота и таинственность Вселенной заставляют честного ученого думать о Боге и верить в Него». Роберт Арнольд Альберти.